Утеши нас отчаянных, исцели недуги наши лютые, от Бога нам по грехам нашим попускаемые, избави нас от многих бед и обстояний. Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот в этом году, 2 мая, музею будет 2 года. Такой малый срок подтвердил правильность идеи о создании получилось музея, потому что посетителями вот этого маленького, компактного, но содержательного музея уже более 75 тысяч, уже к 76 тысячам количество посетителей приближается. География приезжающих, вот в 2 закончившихся книгах общения начали 3-ю. Это вся наша необъятная страна, и православная, из других стран. И ближнего, но сейчас уже нет так практически такого, и дальнего даже зарубежья. И Матронушка нужна, и в ней находят утешение, получают благодать, как говорят Господню, рассказывают удивительные истории о Матронушке в их жизни. Вот мы несколько раз в день, вот прям вот выслушивая, рассказывая, ну вот трепетно все воспринимаем, потому что по логике этого просто не могло быть. Ну как не могло, если человек вот...